Всем большой привет и добро пожаловать на наш канал «Просто рецепт». Сегодня покажу, как можно просто, легко и очень вкусно приготовить куриные крылышки в обычной духовке. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. И для этого рецепта мне понадобится 900 грамм куриных крыльев, 100 миллилитров соевого соуса. Если он у вас слишком соленый, то его можно убавить количество. 2 столовые ложки томатной пасты, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, хорошая чайная ложка меда. Если нет меда, замените на столовую ложку сахарного песка. Это обязательно, чтобы появилась красивая корочка. Также понадобится немного черного молотого перца. И я еще взяла для вкуса и аромата немного аджики. Но это уже по желанию. У крыльев обрезаю кончики, они мне не понадобятся. И разрезаю их пополам. Вот так у меня получилось. Полукольцами нарезаю лук. И пластинками нарезаю чеснок. Лук с чесноком добавляю к крылышкам. И добавляю все остальные ингредиенты. Все хорошенько перемешиваю руками. Закрыла пленкой и оставляю мариноваться минимум на 1 час. Крылышки у меня хорошо замариновались. Я уже подготовила противень, его застелила пергаментом и слегка смазала маслом. Выкладываю их на противень. Лук и чеснок мне не понадобятся, они будут только гореть. Маринад я пока оставляю, я им еще буду смазывать крылышки во время запекания. Ставлю их запекаться в хорошо разогретую духовку, 220 градусов, пока на 15 минут. Достала я крылышки и теперь обмакиваю кисточку в этот соус, тщательно смазываю каждое крылышко. Снова убираю в духовку буквально на 10-12 минут. Вот и все, крылышки у меня готовы. Сразу перекладываю их на блюдо. И сверху посыпаю нарезанным луком зеленью. Вот и все, крылышки готовы. Это простой, быстрый и легкий рецепт вкуснейших крылышек в духовке. Эти крылышки ничуть не уступают по своему вкусу и аромату популярным шашлыкам, а приготовить их может каждый у себя дома и в духовке. Попробуйте вы эти замечательные крылышки, они очень сочные, ароматные и потрясающе вкусные. Готовьте с любовью и радуйте своих близких. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы, как всегда, найдете на Яндекс.Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения. До скорых встреч и пока-пока!